В качестве основы под живопись мы будем использовать холст, натянутый на подрамник. Вот мы его собрали, это подрамник с колками, внутренним скосом, чтобы впоследствии холст не касался плоскости самого подрамника. Холст используем фабричный, льняной, прямого полотняного переплетения, среднезернистый в данном случае. Для натяжки используются специальные щипцы, гвозди TEX с картонными кружочками, ну, скажем, чтобы уберечь холст от возможной коррозии гвоздей. Гвозди забиваются не по прямой линии, а зигзагом, равномерно распределяя нагрузку на планку подрамника, чтобы не возникло продольной трещины. Способов натяжки существует много. Мы начинаем с закрепления середины и углов, так проще контролировать линии волокон холста. Оборот заделывается маленькими гвоздиками. Это тоже такой момент важный. Углы обрабатываются специальным приемом. И потом подклеиваются. Ну, здесь используется временный такой гвоздик, который будет удален потом по высыхании клея. При этом подрамник остается раздвижным, и при необходимости можно подбить колки, и, скажем, провисший холст натянется. Колки сами фиксируются льняной нитью. Поверхность протирается пемзой для поднятия ворса. Так мы создаем дополнительные препятствия прохождения клея на тыльную сторону холста. На холсте существуют узелки, утолщения, они могут добавить нежелательную фактуру впоследствии, поэтому мы их перед проклейкой так аккуратненько разбиваем молоточком. Процесс этот, в принципе, можно повторить или проконтролировать еще раз после первой проклейки, когда холст уже напитается клеем. Ну и так у нас есть сваренный мездровый клей с медом в качестве пластификатора. Мы его разогрели и остудили, чтобы он приобрел такое желеобразное состояние. Мы проводим первую проклейку, используя шпатель. А затем, впоследствии, вторую проклейку уже можно провести более теплым клеем с помощью кисти. Ну, собственно, основная задача этих проклеек в том, чтобы клей не прошел на тыльную сторону холста, но забил все поры. Подготовил основу для грунта. Ну и тем временем можно подготовить и сам грунт. Грунт мы будем использовать клей меловой, цветной. В его основе, соответственно, тонко тертый мел. Ну и все тот же мездровый клей, в данном случае горячий, используется. Мы построили вулкан и в кратер налили клей. В качестве дополнительного пластификатора можно использовать льняное масло. А для придания нужного оттенка мы подкрасили грунт с помощью сухих пигментов. Ну вот, когда холст высох после второй проклейки, мы нанесли грунт с помощью кисти. Делается это обычно в несколько слоев, ну, в зависимости от того, какая фактура поверхности устроит нас для живописи. У нас предполагается трехслойный метод письма,
классический трехслойный метод письма. Первый слой, соответственно, тоновая пропись. Здесь мы будем использовать темперные краски без белил. Ну, для начала, конечно, мы наметим карандашом границы предметов и, собственно, затем приступим к самой прописи. Работаем от центра к краям. Основная задача на этом этапе – выстроить общую композицию, определить контуры объектов, разобрать будущую картину в тоне. Определить самый темный объект, самый светлый. Всю остальную тоновую шкалу распределить между ними. Начинаем обычно с центральных, самых важных объектов. Ну и заканчивая периферией, фоном. Использование темперных красок в первом слое удобно тем, что позволяет приступить к основному живописному слою без дополнительных и длительных просушек. Ну, к тому же, при необходимости картину можно протереть ретушным лаком, не опасаясь, так сказать, за целостность слоя. В данном случае это сделать было необходимо, потому что у нас получился довольно тянущий грунт. Мы притерли ретушным лаком картину и, собственно, приступили к основному живописному слою. Здесь мы используем масляные краски и так называемый тройник в качестве разбавителя. Тройник – это смесь лака, пенена и льняного масла. Вначале наша задача – закрепить основные тоновые, теперь уже цветовые отношения, тронуть самый темный предмет, самый яркий предмет. Необходимо определить возможности красок с точки зрения их светосилы и цветосилы. Тени обычно пишутся более прозрачно. Часто в тенях даже может просвечиваться та самая тоновая пропись. Это придает картине дополнительную глубину, как бы расширяется тоновая шкала. На цветах появляется фактура. Мы работаем с центром, с основными плоскостями и предметами. Итак, у нас получилось, что тени базируются на прописи. Средний тон выстраивается смесями с белилами. Мы переходим с предмета на предмет. А самый светлый предмет, яйцо в данном случае, мы оставили напоследок. Ну, тут мы используем почти чистые белила, и эту грань тоновой шкалы довольно легко контролировать.
Последовательность работы, в общем-то, та же. Мы работали с центром, теперь перемещаемся на периферию, работаем с фоном. Фон вторичен, основные отношения у нас построены. Теперь наша задача закрыть или, как говорят, забить живописью всю плоскость холста. Здесь тоже в тенях будет просвечивать становая пропись. Такая простота или вот технологичность, она еще более усиливается к краям. К краям живопись становится яснее, проще. В последнюю очередь пишем блики, самые светлые места, уточняем детали. Полезно еще раз проверить движение света по нашему выстроенному пространству. Источник света должен определяться безошибочно, даже если его нет на самой картине. В этот момент натюрморт показался нам слишком лаконичным, а предметы чересчур статичными. Не хватало какой-то мелочи, элемента случайности, что ли.
Ну вот мы решили привнести немного беспорядка, добавили такую бечевку. А тематически она тоже относилась к обертке сыра, нашего главного предмета. А пластически помогла нам точнее, сложнее завертеть всю композицию. Такие мелкие объекты сразу придают картине законченность. Они определяют еще одну грань шкалы, так называемую степень сделанности деталей. В данном случае мы использовали так называемый муштабель, подставку под руку, чтобы случайно не коснуться сырой живописи. После этого можно поставить подпись, ну и дать основному живописному слою просохнуть. Живопись еще не закончена, но, как ни странно, натура нам больше не нужна. После высыхания картину снова протерли ретушным лаком и приступили к третьему лессировочному слою. Часто на этом этапе работа ведется уже без натуры, поскольку здесь работа больше аналитическая. Мы взяли от натуры основу, а теперь мы превращаем все это в картину. Используются масляные краски, обычно без белил, иногда на чистом лаке. Этот третий лессировочный слой многие художники недооценивают и иногда и вовсе отказываются, но он очень важен. Здесь при необходимости усиливается цвет самых ярких объектов, смягчаются жесткие границы предметов второго плана, собираются тени, усложняются рефлексы, уточняется локальный цвет предметов. По сути дела, происходит окончательное построение картины. Существует несколько технических приемов лессировки.
Например, штриховка – это мелкие мазки по форме предмета. Или заливка. Растирание жидкой краски на больших плоскостях. Реже используется пуантель – мелкие точечные мазки на деталях. Как завершение лессировочного слоя обычно проводят так называемое виньетирование, потемнение и, соответственно, смягчение краев всего изображения для большего уделения центра. Никогда у края не появится яркий мазок, излишний контраст или просто значимый элемент, ну, во всяком случае, на картинах старых мастеров. Ну а после высыхания мы покроем картину домарным лаком и подберем раму. Ну, мне кажется, что эта рама неплохая, но слишком как-то книжно. Цвета ничего, вот здесь совпадают, но не знаю. В данном случае она ничего не добавляет, только... Ну, помпезность добавляет, но ничего в целом не усиливает. Иногда это бывает достаточно. Но с золотом лучше, потому что золото, во-первых, имеет вот здесь совпадение, и оно контрастирует с синим. Да, я вот думаю, что вот это ничего, вот что-то такого плана. Вот. Ну и, пожалуй, на этом можно закончить съемку. Единственное, что потом... Да, собственно, даже и все.